Произошло? Да, беда зависла. Нет. Открыть один ворота спермин. Джейк Парк. Иди нахер, Джейк Парк. О, тут прям секунды считаю теперь. Нифига. О, шоковая терапия с доктором. Хе-хе. Будильник. Будильник, я думаю, не будет мешать. Стать вбывцей. Напихаю. А блин, у меня ничего нету. Круто спрям. Круто спрям. Второго уровня маньяк. Я забил. И снова будем ждать. 98 тысяч. Вот, сейчас я как раз его прокачаю. Давай. Оба. Оба. Не знаю зачем. Он мне это не нужен. Оба. 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 Это чё? Чё за хрень? Охотник на оленей. Вторая ячейка, ё-моё. Повезло. Ладно. Почему нельзя, если хватает экспы, сразу по конечной ветке выкачит перк? Ну, параллельно со всеми остальными, конечно. Что ты там? Захожу на тысячу. Я уже давно зашел. Я два раза. Да. Думал на маньяке играть, а ты зашел. Спорт весело, да? Да, да. Откройте ворота, играя в Фергамин, совершать совместные действия. Окей. Блять, не то. Так где? Где пригласить друганов? А, я же тут хуйню нажал, да? Выживание с друзьями. Вот. Друганы. Огы. Кинул трио. Не знаю, я написал в чат. Ответил только ты. Ярик не ответил. Ясен не ответил, да? А? Ясен не ответил мне, да, да. Ясен. Пень, я бы сказал, не ответил. Я спросил у Ярика, Ярик не ответил мне. Вот же пидорас. Блять, пидор, Кейт Дэнсон, это кто? А? Если что там за Кейт Дэнсон, Кюрик Вайс, это кто? Кейт Дэнсон, это же новая вот эта баба с клоуном, которая. Ну, относительно новая уже. Я забыл, что есть же еще это. Доктор этот дурацкий. Он доктор? Ну, типа того, он препод там чего-то там. Ой-ой-ой, с престижем, с престижем. С престижем мы уже 49 уровня, ну ты... Кто? Индиец, ты!
это давно было. Но уровень-то 49-й, можно уже еще один престиж втыкать. Да надо, надо нас собирать и заново вкачать, потому что... А что, там много собирать надо, что ли? Ну, блин, чтобы вкачать нормально надо. Ну, там 1900, наверное, надо. Ну, в смысле? А, ты имеешь в виду, чтобы сразу вкачать, чтобы не тупить на нижних уровнях? Ну, а смысл, блин, с первым? Не так второй. Нормально, набор, кстати, челлендж какой-нибудь. Челлендж. Тут научиться бы играть с перками, а тут челлендж. Дэш. Блять, у меня на тех персонажах, на которых я играю, нет ни одного полезного уже подношения, просто. Всякая какаха. Ты готов? Я погоди, подношение какой-нибудь. Что у меня тут? Вы не шумите, когда быстро перепрыгиваете. Это же не подношение, алло, это перки. Я вообще чуть заодно, что за перки. Там все доктор, железная воля и крепкий решек второго. Понял. По-моему, единственный перк, который тут нужен, это сам себе доктор. Вот прям вот тупо нужный перк. Спринт. А все остальное относительно. Нет, спринт, но он работает, да. 15 секунд, ну боже. Здесь тоже, понимаешь, теоретически сам себе доктор нафиг не нужен, но. Нет, ты не рассчитывай на союзников просто, я в этом плане. Должны союзники лекли. Не, ну мы же в адекватные ситуации оцениваем. Сейчас. Ну, на этих уровнях, да, как бы. Гарм инструментов, ну давай вот это говно. Ну давай вот это говно. А зачем тебе ящик инструментов? Ящик инструментов, по-моему, полезен чисто, чтобы крюки ломать. А крюки ломать без... квеста на ломание крюков тоже как-то не вообще не интересно, я бы сказал. Ну, почему не потратить? О, обо мне кто-то, блин, позаботился, водички мне на бутылку набрал. Какую бутылку? У меня стоит рядышком бутылочка, просто пол-литровая. Я в нее периодически воду наливаю. Как ну, чтоб пить. В гостишке было, там бутылку заменяли. Ой, смотри, она прикольно, смотри, что у нее с прической. У нее прикольная прическа. Кого? А вот у этой бабы. Веселая Анюта. У нее всегда такая была прическа. Нет, яркая какая-то. Знаете, пусть задний цвет. У нее будет кофта какой-то цвет. Вот на эту посмотри. Ну, наверное, такая прическа же другая. Ну, это после цвет так падает. Ладно, ну может цвет падает, конечно. Но мне кажется, что у нее яркие волосы какие-то. Такие прям сильно яркие. Газ отсвечивает так просто. Ну ладно. Уж и нет вроде таких, но извиняюсь. Так, ну, надо как это понимать. Глубину наших глубин или что? Типа того. Как говорится, если с манцами херово, надо супер на супер скрытность играть, что ли. Интересно, есть гайд по игре, где рассказывают, как разворачиваться на 360? Есть. Да, серьезно? Ну, то есть это как бы логично, это понятно, просто не всегда это получается, и как надо там не совсем. Момент. Там, понимаешь, ты знаешь, как это делается? Ну, стрелку влево-вправо, наверное, нажимаешь, и все. Смотри, тебе, короче, надо очень быстро научиться. К примеру, ты делаешь VDS, то есть крутишься, да, по часовой стрелке. Угу. Кнопками. А в это время мышкой против часовой. Там, и как-то там одновременно делаешь, короче, и получается, он такой, типа, резкий проворот делает. Там, причем, разные. Есть 360, есть 180. То есть есть, когда он там не полный оборот делает, и, типа, там, влево уходишь, вправо. Ну, это на реакцию упражнения, да, типа, когда ты среагируешь. Прям трачится. А и такой, когда ты прям вот на месте что ты прокрутываешь, и почти он бьет и перед собой, ты как бы окажешься у него то ли сзади, за спину. Короче, там такой этот, такой фух, сразу теряешься из виду. Короче, этот прям вот натрачивать, я бы сказал. Для первой катки самая крутая карта, прям вот самая отличная. А, это у нее татуха, я думаю, в чем у нее рука, блядь, в каком говне? Блядь, у меня уже тут маньяк где-то шастает. Кто хоть? А.
Хочешь прикол? Он, блядь, шастает прямо возле меня. Только я не видел, кто. Я вижу, не задел. Ой, это этот хилбили. Я надеюсь, он хоть не на моем этаже ходит. О, не-не-не, он сейчас прям вот... Вот я, так сказать, его штаны понюхал, можно так сказать. Жопу. Нехнул за ним. Может, да. Ну, мимо куста прошел, а я прям за ним сидел. Вот. Оп, я думал, что-то сломал. Я думаю... А что он сломал? Я подумал, если меня спали, то все, значит. Здрасте, блядь. Ну так получилось, я что-то как-то отреагировал слишком резко. Он сам пришел. О. Слышно было, как я упал? Не, я уже далеко ушел. Интересно, так я прямо возле тебя упал почти. Ну, в смысле, я уже увалил оттуда. Я знаю, я вдоль, ты шел по низу, я поверху. Блять. Я спрыгнул, мне интересно, вот она такая... Где-то А-а-а! Рядом. Это типа слышно или нет? Оу, я его вижу, он в доме лазит. Нет, рядом ходит. Он кого-то там ловит, слышишь? У меня ловит! Блять, дурак. А как он... Он тебя... Тут я тебя даже увидел, алё, я в полкарты от тебя нахожусь. Ну ты чё, ты спиной к нему повернулся и сидишь, блин, просто посреди дороги. Я думал, он с той стороны. Нет, ты, короче, к нему спиной повернулся и посреди дороги сидишь. Я понял. Сердце бьётся, я такой ещё смотрю, думаю, Дима, я тоже, у меня тоже сердце билось, я влево-вправо смотрю, не могу понять, что происходит вообще. Заметь, красная, знаете, какая бензопила и красное сечение. Твою, а я смотрю, сидит кто-то, думаю, а он прям вот бежит уже с пилой. Я думаю, блин, что за человек-то такой? Почему не это? Он ушел, пришел, что он делает? Ушел. Ломает там что-то. Че он ломает? Ну, если спасает что-то. А, спасает? Нормас. Да, светлые волосы, которые... Да пофиг. Который каре или который хвост? Каре. Это Анюта, веселая Анюта. Так, я в подвал начекаюсь. Я не могу найти движки. Я нашел починенный движок. Блин! Че, опять он тебя нашел? Нет, я зашел в подвал. Мне жопа, короче. И он зашел в подвал? Да, я убегаю из подвала. Беги, беги! Беги, Лола, беги! Ты ее подбодриваешь? Я так понимаю, побег не удался, да? Да, не хватило. Да я зашел в подвал, короче, думаю, вот не видит. Начинаю лечиться, промазал по этой, короче. И он, походу, услышал. Ну, блин, все, это, короче, very... ГГшечка. Да. Ой, еще и в подвале висишь, ой-ой-ой, еще и второй раз. Так я же в подвале меня и поймал, я даже смог выбежать из подвала. Мне не особо помогло. Ну, видишь, я тебе говорю, что спринт, он тоже вариативный, блин. И вот он, я может бы спас и был бы спринт. Помочь, а может и, в принципе, не этот, никоим образом не, да, не повлиять. Всегда полезный, понимаешь? Вот есть перки, которые... Блин, мне кажется, он сейчас просто меня подловит. Наверное. Тебе надо валить с подвала, мне кажется. Да, ну ты почему именно в эту сторону? Ну, все, тебя уже ничего не спасет. Выхода, в смысле? Ну, я выбежал из подвала, побежал направо. И на него прям наткнулся. А он на тебя байтит или что это? Не знаю. Ушел? Уйдет меня искать. Все, нашел. А. Я думал, он байтит на тебя. Даже не буду сопротивляться. Вот уже. Это уже ГГ. Ну это понятно, что это ГГ. Я сам виноват. То, что это ГГ, это было видно. Что, не могу понять. Я... Как это? Вот за маньяков 15 уровни, 12, ну 12 там, так если не все 12, понятно. В принципе, более-менее развешиваю нормально это. А вот за выживших что-то как-то сложнее идет.
тоже плане... нормально могу. Я доходил тогда спокойно. В плане чего? Да, ну, рейтинг. 15-12, а. Уровень, ну. Уровень, рейтинг. Я понял. Вот. Тогда еще, когда, помнишь, 15 нельзя было получить просто так на шару. Угу. Это 14 этот, короче, то есть... Не, ну на самом деле это рейтинг антибит. Как поднимается? Просто задротишь и все. Ну то есть, чем больше играешь, тем быстрее вероятность, что ты поднимешься. Слышь, у него ник антибидер. Нормально. Вот он тебя и повесил. Почему? Нет. Тогда, помнишь, когда капли снимали? Не только от задротства. Ну, до определенного уровня, да. Да я в плане, как ни крути, больше у меня наиграно за выживших, но и при этом за выживших... Ну как, я, в принципе, играть-то умею нормально за выживших, вот убегать не умею. А что, без... интересно, мне интересно, без разворота вообще, что ли, нереально свалить? В смысле? Ну, не умею делать эти развороты. Да, реально, конечно, но... Не, я не беру басов, вот. Брать одинаковый уровень. Но, блин. Ну, я думаю, перепрыгивать, мансовать как-то можно. А ее никто не будет спасать, да, Анюту? Блятмен. Тоже русский. Да все русские, походу. Я уже не добегу, даже если захочу. Понятно. Я так понимаю, можно не дочинивать, а тупо искать люк, да? Да. Нахуй. Я сомневаюсь, что ты упадешь с фасайда. Да, да, конечно. Ты правильно делаешь. Вот, веселая Анюта. Да я же говорю, веселая Анюта у нее ник. Все русские были, да? Где? Блё! Ну, антибидер. Я, ты, блятмен. Да? Веселая Анюта. Ты не видел случайно, где он? А он мой поломал. Люк случайно не видел? Жаль. Было бы. Я еще раз не помню, он изначально появляется или только? Нет, он и появляется после двух починенных движков. А, вот так я его не мог видеть. По-моему. Ладно. Я не хочу выходить. Если тебя услышу, я скажу. Так а ты услышишь? Он пока не сдохнет, ты не услышишь. А, да. Тоже вариант. Неужели я сейчас умру? А я там где-то нашел хороший камушек, в котором я залип наполовину, у меня только ножки торчали из него, блин. Блять, он меня сейчас найдет, да? А чё он там крутится, там что, люк? Может, я его ищет. Он крутится на одном месте, там люк, скорее всего. Тогда вероятнее. Пусть его дам. Он крутится на одном месте, посмотри. Просто курсирует там. Спалил? Нет, нет. Че он там крутится? Мне вроде звуковых сигналов нету. Спалил, да? Нет? Не должен.
Ну давай, бегу. Дурачок. Ну, у тебя специально можно. Может, даже бегал, показывал тебе. О, вот это я форманул. А мне одной не хватило, вот опять. Альтруизма не было во мне, понимаешь? Мне тоже чуть-чуть не хватило. На то, что я выжил, вообще, по-моему, всем по барабану. Главное, что я никого не спас. Из принципа, да? Ну да. Не, ну а толку было его спасать, если бы я пришлось спускаться в подвал, я бы его снял, и, скорее всего, этот чувак бы поджидал рядом. Факт. Ну давайте так скажем, с большой вероятностью. Ну да. Но затем было снимать еще того второго перед этим. А того, да, надо было, но я подумал, что этот чувак его будет снимать, но он тоже, видишь, не снимал. Как так думает? Но он пытался на тот дом. Поймал. Че ты там, семечками подавился, что ли? Да-да. Не прикольно, у меня просадок нету, то есть кадры не этот, не теряются, но стрим периодически подвисает. Это либо Twitch гонит, может, либо еще что-то. Слишком палевный. Да. Какой у него уровень был, ты не помнишь, не смотрел? А то я не посмотрел даже. Mm-hmm. Жалко, тут истории никакой нет. Типа, с кем играл, чё я? 17, по-моему. А. Ну, ещё нормально. В принципе. Лучше тогда вот этот взять. Либо осколок. Конечно. Подняться на ноги, либо адреналин. Адреналин — это штука, если тебя снимут с крюка, да? Да. А, или если ты будешь раненый, ты тоже, да, побежишь нормально? Да, но это последний, когда... О, может быть, полетите доски и припятну. А зачем они тебе? Когда резко бежишь, знаешь, такой хоп-хоп-хоп, чтобы знать, куда текать, где доски есть. Ну, фишка в том, что доски может уже кто-то до тебя перекинуть. А там палец, по-моему, только который есть. Ну да, ну я же тебе говорю, что если их, допустим, кто-то перекинет до тебя, какой смысл от перка? Не, там палец те, которые где-то живые еще. Я понимаю. Если их не будет. Ну не, вот не будет их, их всех повалили, зачем тебе этот перк? Блин, если. Видишь, ну особо нет полезного перка. Это да. Есть осколок. Адреналин, подняться на ноги. Второй адреналин уровень. В принципе, хороший. Орешка. Одолженное время, второй уровень тоже. Ну, это если ты кого-то снимать будешь. Хотя тоже оно сейчас странно работает, блин. Тебя если наворачивают, ты потом в конце времени падаешь. Да. Как-то странно. Хотя вроде в перке было раньше написано, что ты в принципе не падаешь. Типа ты неуязвим. Можно этот, который... У него только второй уровень, правда. После быстрого прыжка через препятствия. Прочей херни. Я не оставляю следов трещин в течение 3 секунд. Неплохо, кстати. Да, и к нему тогда только надо брать то, что ты прыгаешь без звука. Да, 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 у меня он есть тоже. Ну это да. Возможно, да.
интересно, к нам еще кто-нибудь придет? В пати. Спорим, если бы мы втроем играли, нас бы вот в такую пати, где один человек уже ждет, не кинуло бы. Кинуло бы в пати, там, где еще одного надо ждать. И мы бы ждали, ждали, и маньяк бы в итоге ушел. Психанул бы и свалил. Ждем? Да. Ну а что делать? Мы сейчас к другому придем, там то же самое будет. Тем более у этого вроде пинг зелененький даже. 60 миллисекунд всего. Ты сам сдохнешь тогда. Водички попей. И, кстати, блин, то ли это террор-убийца заглушал так звук этого люка, то ли звук люка как-то стрёмно был, потому что не слышал его вообще. Далековато я слышал. Ну, я там когда тебе сказал, да, точно там, я услышал. Ну, когда уже прям почти подошел за скамейкой вот был, да? Не, ну, то есть перед скамейкой люка. Перед тем, как ты бежать начал. Там, ты когда повернул, и чуть-чуть вот так еле-еле подслышно было. А, где-то в какую-то щелочку типа. Что случилось? А, когда ты вышел? Да, маньяк ушел. Видимо, давно ждет. Ну, как я понимаю, что бесполезняк надо заново. А если ты сейчас такую же катку найдешь? Как бы. Не, а там фишка, если заново, то там почти сразу кидает. А почему-то какие-то старые катки он как-то ой, ну как-то, короче. Ну ладно. Почти сразу. Вот эта хрень. Ну, сколько раз замечал. Если долго не закидываете этого, то там можно долго очень ждать. Легче пересобрать. Хочу, блин, этот перк выкачать. Какой? Сам себя с крюка снимать. А-а-а. Ну там же тоже только увеличивает вероятность или каждый раз? Не, там, по-моему, если ты снял с крюка, безопасно с крюка снял с крюка, то у тебя появляется, по-моему, 100% шанс сняться в следующий раз. И за каждого чувака начисляется шанс? Или надо использовать, а потом только будет второй зачисляться? Типа того. Только там надо, короче, этот какого... А, ну и плюс на тебя дается 100% на 100 секунд. Ну это на первом уровне, дальше, я думаю, меньше ослабление. Я не уверен, что это. Не помню точно. Что значит ослабление, что оно делает? Походу ты бежать не можешь просто. Ну, да нет, бежать ты всегда можешь. Может, в смысле спринт такое? Ну, наверное, какие-то типа улучшения. Ну? А кто отжал готов? Нет. Маньяк прям дождется. Пока вот притыкни это. О, все фармят. У меня как-то целый, блин, 2 часа играл, и у меня над головой крутилась эта красная херовина трехлучевая, блин. Вон там кто-то внизу. Оп. А я почему-то одержимость отлично. А почему? А где мы? А где мои, блин, 200 очков?
Я не знаю, почему я одержимость. Я вообще бы не хотелось. Факт. Чё, там нашел уже маньяк? Ну, как сказать. Понятно. Кто это хоть? Вот это кожное лицо. Майкл? Нет. А, этот людоед, каннибал, который? В узких штанишках? В желтой рубашечке. Фартуки. В желтом фарточке. Спринта не хватает, чтобы дернуть. Он троечка у тебя? А? Троечка? Нет у меня спринта на нем. А. И это как бы... Ну! Ну! Нет. Бля, у него же барбекю, да? Факт. Ну, куда-то он убежал. В мою сторону? Я не знаю, где ты. Я чиню движок. Справа от тебя. Справа от тебя далеко. Вот, вот слева от меня далеко. Вот починил только что. Нет, это не я. Вот туда он ушел. Ну, пусть идет туда. Туда, видимо, ближе а было идти. Не снимает? А надо? Ну, как бы да, вы все просто хрен знает где. Бягу. Ко мне бежит чувак, но, по-моему, он с гостем. Какой, слева бежит? Ну, тот, который починил. А вот сейчас ты бежишь, да? Да, только тут где-то маньяк бегает, блядь, вот он. Вон, бля, вторая стадия, я надеюсь, не успею. А что такое угасающий свет? Отлично. Что такое угасающий свет? Ты, блядь, тебе написала или что? Да, да. Тебе не написала? Нет, вроде нет. Мне написала, что я угасающий свет какой-то. Что-то он уже не поднял, мне кажется, он сюда бежит. Как-то так. Вот он его не поднял. Он его в подвал отнес. Не, он, видишь, лежит до сих пор. Он из подвала ползет, ты же видишь. Ну, а почему-то ты его не повесил. Хватит? Мне не нравится, что это за угасающий свет, я не очень понимаю, что он делает. А мы нормально, что мы сейчас прям у маньячины под носом чиним движок? Ну да. Хочешь спрятаться, спрячься на виду. Философ, блядь. А что, что? Он, кстати, может так ползти сколько угодно, он все равно сдохнет в конечном итоге. Он наверху лазит. Он, да? Он поднялся. Не, подвал надо понес обратно. Нет. Вон там по этому. А, вон он. А у него барбекю чили, ты помнишь, да? Да. Ну а мы и близко, может, не увидеть, но он отзывает. Да! Особенно Пусть. Сейчас. Не слышишь, как сердечко тук-тукает? Я надеюсь, да. Он за тобой пошел. Хуй там, да, за мной? Иди снимай чувака. Он за тобой? Да, да, да. Сомневался в другом. Блеха, я думал, он в ту сторону пойдет, он не в ту сторону пошел. Почему-то он не пользуется пилой своей. Я спрятался, а? Чё ты спрятался-то снимать чувака? Ты его сняли уже давно. Ладно, ну хорошо. Я не видел просто. Всем пока. Привет. Рома, здравствуй. Привет. Специально для тебя. Ты со мной не общаешься или не слышишь какие-то? Да тебе надо громче что-то почему-то делать. Так вы тут все возле меня, алло. Втроем бегаете. Ко мне кто-то бежит уже, я не знаю, кто это. Ничего что? Не-не-не-не, он куда-то ушел, какого-то чувака свалил. Так вот я прям возле него, я надеюсь, он меня не видел или видел. Тебя снимают? Сняли уже, сняли, забей. Блять, теперь ты громкий какой-то. А, ну тут чатом. Вас лечит джаз. Оу-оу-оу. Побежали, ёп. Что-то ты, Денис, решил. А что ты завис там? А, кнопка не... кнопка залагала, я альтабнулся, чтобы тебя тише теперь сделать. Кнопка залагала. Че, он ушел от этого мужика?
рядом. А он или гоняется, или ступалю. А, гоняется за кем? Блё, я хорошо не побежал туда. Блин, там рядышком тоже. Давай, Ромка. Сразу же рядом сидим. Еще один такой же кадр. Ты снял? Блять. Да. Ну хорошо, я что-то подумал по-хитрому обойти вокруг. Помнишь, да, что у него барбекю? Чувак повесился. Вы его снимете, не? Я далеко ушел от него. Второй уже лежит рядом. Надо сымать. Сымать? Блин. Блять, у него как барбекю чили, ты помнишь? Она работает же, по-моему, далеко или нет? По-моему, она работает на любом расстоянии. Очень близко. Нет, когда ты очень близко, они поймут. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Снимай дальнего. Да я Джаза снимаю. Потому что у Джаза тут эти были вафли уже. Да боже, что ж лагает-то так. Ты будешь, блин, лечиться, дурила? А тут просто забил? Боже, ну как вас типает. А, это просто мы бежали в одну сторону, поэтому почему-то так происходит. Он пошел к тебе, Денис. Тихо-тихо-тихо. У меня этот, чтобы не орать. Поэтому я тихо в углу засел. Так, ползти бы. А ты сколько раз висел ни разу еще, да? Какой висел? Я спрашиваю, сколько висел? Один раз. Ладно, к тебе Джаз походу побежал. Уползти. Ой-ой-ой. Он тебя не нашел? О, как я повернулся, тебя так типает, короче. На заставке Джаз отхватил. Джаз меня не выведет на меня. А куда ты ползешь вообще? Я пока лечусь. Тебе ползу. Блин, он вон рядом с тобой. Ломал движок какой-то там. Что ты за мелко, что вы его видите? Это у меня не техника, а вот это вот, где женщина нарисована с такими штучками. Когда он что-то делает, поломку или еще что-то, да. Ну, какие-то действия, короче, противоправные делает. Я его вижу. Ой, сразу. Там... Ты уже ж рядом его положил, али? Да похер, бежим! Бежим! Беги, ты у тебя... Красава, только спалил меня. Как я тебя спалил? Я был незаметен, ну, крикнул я, ты же знаешь. Да забей. Ну, может, я как бы не знал, что оно... Пить. Что оно сейчас сработает. У него барбекю и чили, ты помнишь? Факт. Основатель первого русского театра. Чехов? Ломает какой-то этот. Вряд ли. Да, он за мной гоняется. Больше букв-то. Ломан, да? Не, не знаю, хз. Давай букву. ВВ. Блять, я душе не получу. Кто такой? Да я вроде спрятался. Надо кончать. Волков какой-то. Со шляпой. Ты чинишь что-нибудь? Да.
Я в подвале сижу. Сижу и весь. Ромка, ты угадал. Кто такой Волков, это все не получилось? Основатель первого русского театра. Я понимаю. Где понял, читаю. Ну, как бы. Где понял? Бля, мне пиздец. Или нет? Блять, он тупой. Так, там есть генератор? Я чинил почти до конца. Да чинил он, меня нашел, сука, пидорас. Я думал, он тупой, но он немножко умный. Почему я тебя не вижу? Да потому что я бегаю. Поломанный. Нет, ты раненый, ты должен увидеться, по идее. Ну, у него, значит, есть какие-то перки. Анти. А, у меня нету этого. Он что-то меня бросил, пошел куда-то в другое место. Пошел ломать машину? Да, где-то поломал. А, еще один генератор, сломал. Вот он что-то сломал, вот я прям возле него. А ты где? Уползай куда-то. Да куда уползать? Я, алло, я хожу. А, ты хуй. А че он тебя бросил? Я не знаю. Я от него убежал, он развернулся просто и пошел какой-то генератор, ну, ломать. Меня спалил, ай, меня спалил! Почему он меня не любит так? Не знаю, Денис. Чем так возле этого генератора терся? Иди в баню. Как ты? А как он? Как он обошел все эти шоки? Но он на бензопиле, короче, я, короче, между этих двух мансанул, он обошел как-то и дернул меня, либо на перерез, когда я не могу понять. Ну-ну-ну! Блин, ну, нормально. Чуть-чуть не хватит. Он на самом деле шарит. Ты меня хер скинешь, да, я так понимаю? Ну, я попытаюсь. Я понимаю, что он тебя бросил, а пошел меня вылавливать под люк. Я... Блять, он на меня прямо идет. Барбекю же нет. Хотя это далеко был, по идее, не должен был полететь. Да непонятно вообще, как оно работает. А я не помню, барбекю мне казалось наоборот, оно не по... или... Он ушел к тебе обратно. Значит, я не видел, все-таки далеко не видит. Значит, нет, он видел меня, он видел приблизительно, где я. Но я мансанул чуть-чуть за камушком, и он, видимо, посеял меня. Но это не точно. Но это не точно. Тут трупы какие-то висят. Да ёп! Я тут в трупах запутался. Ты мне про спасение какое-то говоришь. Кто знает, где люк? И похоже, когда на спасение, когда твой напарник говорит, где, интересно, здесь люк? Ты сам говоришь, что я тебя не могу спасти, ну ты же понимаешь, ну, если он возле... Факт, это был вопрос. Фу, Кирилл в Dota 2 играет. Да. Бывает. Да, быть Жориком тяжело. У него возраст такой, он может и в Dota 2 поиграть. Кто играет уже? Возраст такой, что он должен не знать, что такое Dota. 15 или? Да, что-то около того. И уже лет. Ну, я не знаю точно его возраст, просто знаю, я что знаю, блин. Что он мелкий. 15 будет. Так, я так понимаю, он где-то рядом, да? И там, где он, там люк. Где он? Слева, справа. Сзади пришел, да? Привет. Ну, бьешь меня, что ли? Ну убивай. Да я думал, я мимо него пробегу. Ты меня понесешь к люку? Честно? Нет? Не к люку? Давай к люку, на давай. Кукан, ну, Шан, если даже на кукан, будет. То ладно. Слышь? Сан, он же у тебя бедный валит. Пидорас просто. Угасающий свет. Не угасающий свет, он не владеет. Ну, у него был, да. У него тогда бы было преимущество.
да, у тебя на 50% выше все, ну, все, короче, все лечение, вот это, все прикольно. Ниже, наоборот. У тебя выше. А вот если тебя убить, то у всех на 25% станет ниже. Ну ладно. Какая схема? Дома прощаю. А, и вот у него тихий шорок. Каждый раз после починки генератора будете видеть ауры выживших в радиусе 16 метров от заведенного генератора. Ну, громко пинку заработал. Главное, что, блин, у него этот гребаное барбекю и чили. Оно работает, когда дальних он видит, ближних он не видит. Да. Такая вот хуйня. Малята. Демо. Ты бы в игру еще зашел, было бы хорошо. Ладно, хорош. Не забыл, что я Steam включил. Да он дрался. Фиалка дралась, но ей пришлось поломать листок, чтобы она ко мне не приставала. Чего? Там Ярик с цветком воевал? Да цветок? Нет, жена говорит, это что такое? Говорит, поломанный, говорит, этот. Я говорю, цветок пал в неравном бою с тобой? Да, да, да. Надо же было как-то отмазаться. Он на меня напал! Да, да. Я спал, он как давай по лицу бить. Как поднялся, как в горшке побежал на меня, как давай. Я схватил Клаву, давай. Отбиваться от него. Пока лист не сломал, он не успокоился. А я пимпочку заработал, капельку. Ну, я видел. А чё у тебя, Денис, не показывал? Вот ещё бы показывал, сколько у кого капелек на уровне. Было бы вообще бы тоже прикольно. Зачем? Не знаю, просто информативность. Ты мне поговорил, что сколько, у тебя одна пимпочка? Пока что да. Да-да, палится. А у Ярика три пимпочки, да, Ярик? Где? А у тебя что, четыре, хочешь сказать? У меня было 3, осталось опять 18 опять. Я почти 18. Сейчас у тебя 3 пимпочки сейчас. 0. Нет, это просто показывает, сколько максимум на уровне. Почему? Я у тебя вижу 1, у него, у Ярика вижу 3. Ладно. У себя вижу 4. А что у меня в прогрессии нарисовано 0? Хуйня какая-то, значит. Почему тогда у тебя 1? Ладно, забей. А что, уже месяц закончился? Сбросили, что ли? Вроде нет. Хорошо, нет. Странно. Почему? Ничего странного. Все странно. У меня был почти 17, а теперь 18 без пимпочек. Мы же проиграли, наверное, последний раз просто. Выиграли. Какой там? Я говорю, нет истории здесь, не видно, непонятно. Денис, нажми, готов. Была бы история, было бы хоть понятно, что тут. История схемы жизни, да? Сейчас нам дали хорошего маньяка. У нас уже третий такой маньяк нормальный, с пингом до 70. Что это в лесу сдох? Или мы сейчас быстро? А вот смотри, сейчас кто-то присоединяется или еще что-то, у него резко 400. 140. Я понимаю, да? А, у него 90 пинг, у этого сейчас больше. У предыдущего 60 был. Мада. Мада ин надо было написать. Чина. Давайте на китаян. Медведик с березом. На, по-моему, кореянка, нет? Какая разница, все узкоглазые. Расист, расист. Слышь, ты. Тяжело дышащий парень. Я всем хорошо отношусь, и к нигерам, и к желтоглазым. Ну я видел, как ты с этими арабами, Аллах Акбар, короче, флаги их не подам. Маджахед, блин. Денис Маджахед.
Нашел же все друзей. Наверное, там где-нибудь калаш держишь, зарытый во дворе. 100%. Ух ты, блин. И пару ящиков динамита. Бугор в передней боковой части крупа лошади. Что? Вопрос викторины. Бугор в передней боковой части крупа лошади. Крупа? Ну, круп это шея. Шея не... Нет. Круп единорог, это... что ли? Это плечевой сустав ее, короче, вот этот вот весь. Ну, если бы у нее были плечи. Ну, круп это вообще-то у всех животных, которые на четырех лапах бегают. Ну, простите, я не настолько знаю зоологию. Они отстают, я их вчера не заводил. В развитии. Да нет, часы я... Старинные часы получают. Ну как, советские. Да понятно. Они это, понял, на маятнике. Mm-hmm. Я их смазал, кстати, завел. Больше открою секрет. И заработали. А ну давай. Давай, давай. Круп — это задница. Пу-ру-пу-пу-пум. Ну ладно. Я что-то думал, что это... А, там холка. Ладно. Одно и то же. Ну конечно, это этот... И ты фотки жоп лошадей с Москвы нам кидал. Естественно, ты в курсе про лошадиные жопы, блядь. Это такое крупное. Фу, Денис. Да он там памятник фоткал какой-то, блядь. А, там... он с яйцами. Я не знаю, с яйцами, не с яйцами, я не помню. Но просто мы с него орали, что типа единственное, что ты в Москве... Блядь, Мишка пришел. Че он делает? Моешь? Там Миша пришел ко мне. И он... Да нет, пока не успел, но он сейчас спросит явно. Он фармит на мне слегка. Вы его видите? Он за мной бежит? Да, я к тебе привел. Он, смотри, вон Денис сидит в кустах. Он меня проебал, он там нашел Фэнгмин. Кто на Фэнгмин? Ярик, ты чилишь? Ярик, мы тебе это... Блин, стенка тут. Гарифанчика. В смысле, он ушел уже туда, в сторону. Может и вернуться. Может. Блять, он возвращается! Дениса, пизда! В рассыпную! Дениски, пизда! А почему мне сразу? Потому что тебе... Я знаю обходные пути. Иди, блядь, ищи свои обходные пути. Все равно он тебе пизды даст. Я нашел Фэнгми. Ты молодец. А, он нашел нас! У меня пока только вторая стадия, не очкуй. Вторая там где? Бль! Сука, я тупой. Оу, меня прыгнуло. Вы уже прошли мимо него или что там у вас? Я ушел от него. Я тут дочинил немножко. Я запутал следы. Слушайте, я здесь только... Судя по Майклу, блять, не иди сюда. Третью стадию сделал, ты всех такой... Судя по Майклу, у него может быть вкачана штука, где у него либо третья не спадает, да, либо вторая не это. Ну, то есть он второй не прокачивает выше. Я понял. Но там Боже, что-то... он какой глупенький. Он пробежал. Я завел движок, он мимо меня пробежал. Я успел в шкафчик засунуться. Я тоже так думал, помнишь, Денис, мы играли с тобой, блин, я думал, эй, пробежал мимо меня, потом он взял кого-то... Кого-то... Его кто-то привел ко мне. Кого-то на дальняке убил, блядь, и ко мне вернулся. Он за вами гоняется, там я даже вижу, где. Ой, он меня потерял, прикинь. Бля, он туда идет.
Сука, обидно, сюда идет. Фенек, блядь. Все, о, пизда. За кем? За Фэнк. Нормально успеет чинить. Ну, за второй. А ты там увидел, где мы чинили вдвоем? Не знаю, я один чинил. Блять, нет, дальний. Там еще есть один. Он меня просто здесь нашел и потерял. И нормально. Он либо тупенький и очень долго качал. Ну, пытался вкачивать стадию. Либо, да, это такое какое-то... Такая какая-то вещь, в которую он сейчас долго будет вниз опускать. Это починенный? А, это ты починил, да, в доме? В доме, да, я внизу чиню в подвал. В доме самое забавное, что не ясно. Что-то сломал движок, который мы с Фэнк чинили. Если вы видите, конечно. Все, стадия спала, значит, все нормально. Он где-то ходит, там что-то смотрит. Он на ком-то фармит. На мне. Да. На Денинске? Да. Ты этого чувака скинешь, да? Да, я сниму. Если он за Денисом, конечно, пошел. Блять, он за мной вернулся. Я потерялся. Я блять, ты потерялся, молодец. Потеря, блять. Потеряшка. Да, он меня нашел. Потерялся он. Пиздец. А у меня же тут перепрыгивать тихо. Я, короче, в окно такой хоп-хоп. Нырнул, тихоря, следы запрятал. Упал. Там меня и искали. Ой, блядь, это блядь. Он возвращается, или это ты только один? Я? Он с кем-то возвращается? Где он? Блядство какое! Сука, меня почему? Блядь! Почему? Убил меня, правда. Нет, забил на меня, слышишь? Нет, не забил. Где ты? Иди нахуй. Блять, я прям на него вышел. Отлично просто. Я вышел прямо на него. Отлично, что вы открыли ворота, конечно, но я сейчас повес. А где ты? Я тебя даже не вижу. Да вон я, хер знает где. Пойдем? Нет. Он ушел от меня. Ушел от меня к другим воротам. И тут возле меня. Она сейчас свалит. А ты нас видишь? Я вас вижу, вы хер знает где справа. Да я знаю, тут еще одни ворота. Я знаю даже, как в те ворота бежать. Я знаю, знаю. Налево и прямо туда, только еще бы починиться. Он ушел, кстати. Не-не-не-не-не-не, ходит. На правой кнопке ходит. На правой кнопке возле меня крутится. Слева пошел обходить вас. Блин, от меня слева. В сторону медицинской машины ушел, если вы понимаете, о чем я. Нет. Ушел влево от меня совсем. Пошел к воротам к тем. Возможно. Но возможно и нет. Возвращается. Бляха, муха, он сейчас далеко. Же даст триндюлей. Побежали. Да бегу, я бегу! А, вот он, я не с той стороны! Все, пацаны, я походу весла, да? Не знаю, Денис. Блять, вы еще и под ногами все, сука, бегаете, дурни. Давай, давай, вперед. Да я бегу, тут ворота еще есть. Открывай. Он прям потерял, походу, либо он очень тихо бежит за мной. Он на правой кнопке ходит, алло. Фак! Я дергаю. А он, смотри, он фармит на мне. Он стоит на твоих воротах? Да. А, ну заебись, можно, нормально. Где он ушел? Я сейчас полечу. Да, пошли туда, пойдем, постоим. Пойдем, да. Стой. Да, я вижу, все, Ярик, все он вижу. Он ушел куда-то. Все нормально. Ну, пускай, ну, значит, на где ворота? Ярик беги! Да что будет? Сейчас стадия. Блин, стадия третья, блин. Да ну и что?
А это нашел тоже Манс? Не знаю, он люк нашел походу. Ой, а нормально, что мы друг в друге бежим сейчас? Не, у меня нормально. Мы не друг в друге. Мы в друг в друге бежим у меня. Ты хочешь узнать, где Мейд этот находится? Мейд находится возле твоих ворот, сидит за деревом. Причем этот чувак знает, что он там сидит. Это как-то интересно вообще. Это очень забавно. Это классно. А зачем он это делал? Он типа хотел поразвлекаться. Я не очень понимаю. Когда у него ваншот. Мне одной этой не хватило до пимпочки, как обычно. Хотел? У него только угасающий свет. Вопрос. А почему чувак не дернул? Как он нашел этого чувака? Я не знаю, что чувак не дернул. Кстати, а что за у чувака за аптечка странная? Это же хэллоуинская. Она что-то отличается или нет? Это не совсем аптечка, это называется ланчбокс. Типа, это как коричневая, самая слабая аптечка, там 12 зарядов всего. И мне опять не дали эту гребаную капельку. А мне дали. А я, кстати, до сих пор могу наблюдать. Мы все умерли, но наблюдать я до сих пор могу. Я даже нажал кнопку. Интересно, что из этого получится. Ничего не будет. Да, ничего. Можно уйти. Ну да. Блин, мне не хватило буквально 35 секунд до выполнения второго еще квеста. Понял, да, короче, хуйня. В смысле? Вот эти, которые я думал, что показывает эти капельки, нихера, это просто типа крутость. Я так полагаю. Ну, типа, 4 это там, типа, ну как, по 5 на деле, то есть 15 без уже. Я кинул вам пригласа, вы что не приходите? Не ори на меня. Да я не ору, просто. Просто сорю, вы не приходите, поэтому спросил. Во-во-во. Ты решила эту бабу, что ли, вкачать в престиж? Не, у меня не пусть квест. Смотри, ну 47 уровень из-за этого. Я давно ее вкачал. Я тогда, помнишь, хотел этот перк, где быстро спрыгиваешь, а оказалось, что он работает не так. Я так, если оно не выключился бы. Если что, у меня уже 8300, точнее 8250 практически. Что? Радужных осколков у меня. За которые можно купить маньяка за 9. Какого маньяка ты собираешься покупать? Маньяка или выжившего? Да любого, у меня нету, просто от этой бабы я не покупал. Нет, ее можно в любой момент купить. Просто смысл в том, что я подумал, что сколько времени займет фармить на нее. И че, много? Ну, если по 2 часа играть и не каждый день, то видишь, уже месяца 2 я фармлю. И так, играть... Сколько у тебя было? У тебя же не 0 было тогда, по-моему. А, ну нет, у меня было 5, наверное, уже. Как бы вот. Ну, долго. Да, да, где-то около 5. Или около 3 было. Ну, короче, было какой-то процент. Небольшой. Наркосбочун. Сбоченец. Сбохочун. Наркос Бахачун. Да. Скорее всего так. Я не думаю, что стоит как-то анализировать этот ник. Может быть Бохачан? Может какой-нибудь китаец он? Чан не так пишется на самом деле. Чан только читается Чан, а пишется Тян. О, то есть... Бля, все наоборот. Реклама отключится! Реклама подключится. Заебали уже со своей вот этой хуйней. А, я, блин, они вчера так спамят жестко это. Боже. Проезжали. Накрутка зрителей, ой-ой-ой. А че 8 раз уже не пишешь? В прошлый раз было 8 раз. А в этот раз что-то нету, блядь. Я же вас в прошлый раз вам подсказывал, блядь. 8 и 0,1. Это уже больше, чем 8, почти 9. А вы до сих пор. Мозгами не подумали. Хуйню только пишешь. Вообще не, там не пудинг, вот я вижу вместо этой вишенки. Так это пудинг из выживших вообще-то. А, тогда это реально глаз, да? Да, ну как бы там вишенок нет, я думаю.
Тогда значит, это мне не кажется нормально. А ничего, что там лицо, в принципе, какое-то, нет? Так вот я смотрю, думаю, мне лицо кажется. Не смутило тебя? Не, я смотрю, мне лицо напоминает все время. Думаю, ну мало ли, может, ты меня знаешь, как... Отдалённо так, чуть-чуть лицо где-то. Совсем, самую тысячку. Я с вас не всматривался прям, чтобы сказать, не анализировал прям до конца. Не, ну ты как-то проанализировал все-таки, что там вишенка откуда-то взялась. Я предположил, что, знаешь, типа, думаю, когда ты видишь такой, и что типа на самом деле... Не столько тупенькие, как мы думали, хотя, может... Ой-ой-ой! Еще один долбоеб. Слушайте, да вас уже трое. Вы мне уже зрителей накрутили, заебись, блядь, в три раза больше, чем обычно смотрят. И то это, если я смотрю. Давайте, зовите еще ботов, блядь. Давай, ребят. Гоу. Бесплатная накрутка. Наверх, на трактор. Даешь сверх нормы. Да это хорошо, что если ты на трактор, а не прям маньяку под ноги, как бывает обычно. А чё, а где мои 200 купонов, где мои? О, во, наконец-то. Тебе дали, а почему не дали? Да, а я поприседал. Богу. О, у него порча. Порча хуёрча, видимо, не топовая, раз мы не чувствуем пока. Ну я чиню движок. Ну мы тоже сидим, чиним пока что. Надо проебать, да? Слушай, а он где-то рядом. Вот он, блядь! Траппер. Он тупенький какой-то, ушел куда-то. Я не вижу. Вон сзади ходит, алло. Блядь, сзади чего? Сзади нас, вот сзади тебя сейчас. Ходил, по крайней мере, ушел уже. Ну-ка, меня только что был около трактора. А тут карта небольшая, кажется, блин, что он постоянно где-то рядом. А может он у него у меня в той стороне, там, перепирки, где крюки, точно. Вот он ходил. У меня на траппере перки. А, вот борщ вижу. Супер. Ты этот как его... Блин, я понял. Красавчик. Ну, я как бы тоже порчу увидел просто и все. Я там не было варианта не взорвать. Почему? Я же не взорвал. Ну так ты же, блядь, перед порчей это сделал. Нет, я увидел порчу красную. Ну, я понял, что взорвать не обязательно. Просто попадаешь, просто оно... Ну, в ноль, блин, или... Да, здоров. Чуть-чуть назад откатывает, но все равно. Он меня сейчас отпиздит. О, привет, зай, я прям к тебе пришел. У него еще и танатофобия, блядь. Что ж ты за человек-то такой? Имбовых перков каких-то понавешивал, говно. Давай я пробегу через все ворота, если там есть капкан, то я сдохну. А, блядь, как ты ломаешь эти штуки-то так быстро? О, кто-то стоит там такой. О, порча поломалась, что там? У меня нет. А он отошел, возможно, он в радиусе действия. Там нет. Танатофобия могла поломаться, порча не поломалась. Мы бы увидели хотя бы взрыв какой-то или что. Порча у меня не ломалась. Но бывает, знаешь, в радиусе действия... А ты совсем бессмертный, да, я смотрю? А, это да. Этот дебил. Наркобохоч. Долбоёб, блядь, снял меня еще кретина кусок. Не убивай меня! Да это я! Он меня снял, мне теперь приходится бегать. Ну конечно! Это же стандартная ситуация среди нынешних маньяков, блядь. Тебя у кого сняли, надо, блядь, побежать и повесить еще раз. Это же веселее, чем, блядь, нормально играть. Да я не знаю, я смотрю в сторону, к сожалению. Он походу сейчас придет сюда обратно. Меня ищет Слиру. Он вернулся ко мне, вроде бы сердце стучит. Да, мимо прошел. В смысле мы спасли тебя, алло, я вешу. Да я понял, я же от него дёрнул, но тебя спасли. Ну толку меня спасать нет, потому что он тупо рядом со мной стоит.
Ярика нашел. Я отвлекаю. Все, я рип. Я рип. Погоди. Да я рип, но уже я вот. Там как просто... бы все, понимаешь? Я понял. Я над этим не властен, к сожалению. Вот что есть, то есть. Еще босс, вообще. Блять. Я почти. Он слишком какой-то. Быстро закончился, я не могу понять. Да я не быстро закончился. 891 у меня. Я думал, ты его там давно спасешь, пока я от этого чекал. Так, я вам рассказываю, вам пизда, ребята. Зов медсестры, 3-й, 28 метров. Танатофобия, 3-я. Ты слышишь, напоминаешь, что оно делает? Танатофобия, короче, помню, один раненый, 6%, 9%, помню, 12%. Дальше. Погибель. Зов когда работает, когда близко, да? 28 метров, находится в радиусе 28 метров от вас. Ну, это близко получается. Короче, в 28 метрах, если лечишь, да, палец. Да, ты палишь. Если далеко, если не дальше, нет, да. Все, хорошо, следующий. Ну, погибель, ты видел порчу. Ну, и танатофобия. А, танатофобия, а боже, никому не скрыться от смерти. Наед, что ли? Скорость движения увеличивается, эффекты уязвимости. Да, короче, когда последние починим, да, с одной тычки положится. А, если наед не сломаем. Подожди, а тут не написано, что вы их кладете с одной тычки. Уязвимость, написано, да, уязвимость. Это и есть уязвимость, да? Да. Это они так завуалировали. У него еще на капканы один зелененький аддон, а второй фиолетовый. Че именно? Блин, ну посмотреть, что ли? Я просто не смотрел. Так. Алло. Все, фак, он за мной. Маслянистая пружина чрезвычайно увеличивает время поломки медвежьих капканов, чрезвычайно увеличивает время обезвреживания медвежьих капканов. И значительно увеличивает скорость установки капканов и значительно увеличивает время спасения и побега из медвежьих капканов. Кстати, у него... Он хорошо прокачанный, но походу тупой, потому что там не написано, что суммируются два разных аддона. То есть он два аддона одинаковых поставил, но они не суммируются. Возвращается ко мне. Сейчас он ставит капкан, будет ставить в траве. Позади меня. Ставит в траве слева от Дениса. Если смотреть вперед от Дениса, слева в траве. Короче, блин, если смотреть на Дениса, то справа в траве стоит за ним. Так что лучше по свободной дорожке бежи. Беги. Я не знаю, мне 891 дали за этот. Так, за спасение. Ну, за смерть. Я нашел его. Вот по той стороне осторожно. Капкан. Вот как бежишь, так и беги. А быстро, и главное, за крюк теперь не забегай. По этой же стороне убегаем вперед. Уходи, уходи. Вам, в принципе, теперь только ждать, когда кто-то первый из вас сдохнет, потому что чинить движки в такой ситуации не очень целесообразно. Денис, он тебя сейчас припиздит, по-моему. Он просто тупо за тобой идет, и он тебя видел уже. Ты о, смотри, как мансанул. Неплохо. А ты говоришь, мансовать не умеешь. У тебя все на пизда, потому что... Блин, я хотел... Там вот палетка. Палеточка моя родимая была. Была моя родимая палеточку. Ну, я еще Лёг, я еще как бы не помер. Второй раз висит. Слышишь, ты себе меня уже похоронил? Я еще сопротивляюсь. Он ушел, кстати. Пах с тебе, кстати, как в другую сторону. Капкан на них выбирать. Прямо к тебе рядом, идет. Рядом лазит, да, там, в траве. Ты люк нашел, да, Ярик? Да. Пошел вниз.
Ну он не кемпер хотя бы уже радует. Ну не совсем кемпер, я бы так сказал. Ярик, он тебя уже увидел, во-первых. Вам пизда. Уходи. И Кайсела. Он за тобой, кстати, пошел. Ну и хрен с ним. А ты какой? А ты тоже решил в их сторону побежать, да, Денис? Да ёптель, вовтель. А ты какой раз лететь? Я не помню, второй, по-моему. Надо сначала полечиться мне. Потому что без этого лучше пахать. Блять, сейчас я до Москвы. Ставят капкан слева от Ярика в проходе. Там, где палета. Вон этот его тотем. Судя по звуку сердца, Денис, он все-таки тебя видит. Дурачок какой, боже. Тупик, тупик, тупик. А ты успел починиться? Да. Почему там тупик? Это неадекватно. Просто вот все это тупо тупик. Это ненормально. Ну это... Правильно, чтобы этот... Так нет, слышь, бегу за угол, короче, а чтоб это тебе тупо... тоже сложно было. А вспомни карту пилы. Все, прыгай, прыгай, Ярика снимай. И тебе пизда. Ой, Ярик, кто-то из нас может быть спасется. Да, вы в одну сторону, если еще побежите, то вообще кто-то спасется 100%. Ярику пиздец, походу. Кидай! Оу! А че ты его не оглушил? Тут надо ныкаться где-то. Тихо. Боже, как она шумит, слышишь? Как она в этих... Орёт? Нет, шумит в камышах этих, в кукурузе. Когда кукурузу разгребает. Ну да, и вам счет всего-то три движка починить. Я здесь, я далеко. Ну, сердцебиение нет, значит, по идее, нормально. А вот Ярик, ну, что-то как-то он близко постоянно ходит. Ушел, на меня хватит. Чуть-чуть в мою, понимаешь? Я сейчас лечу, чуть-чуть в мою эту войдет, и все, и жопа. Да, и сразу же спалит. Давай. Капец у тебя проверок, блин. А, у вас же танатофобия, боже, это сейчас вообще забей. Мудила, нашел меня. Я думал, он меня уже потерял. Короче, Ярик. Ищи. Зачем ты щупаешь этот тотем? Ну, я думал, на ед может брать. Так он что, горящий? Он же не горит. Нет, он не горит, потому что он будет гореть только когда пятый движок починишь. А, то есть ты рассчитываешь еще, да? Еще три движка починить? Нет, уже нет. О, он спрыгнул. Ярик спрыгнул? Или он отпустил тебя? Нет, не знаю, не понять. Ты уже показывала, что ты висишь на крюке, вот что самое смешное. Танечка моя. Танечка моя, я по тебе. Да она меня стоит, типает, блин. Я и так типает этого маньяла. О! Опа, что ты прыгнул. Там же с другой стороны спуск нормальный, на который он не может забраться. Так вообще ничего, он специально мне не доносит от рука. Возможно, он фармит на что-то. А, там... Фармит. А чё он пропустил? Он фармит. Да-да, сейчас Дениса спалишь как раз. А я чем могу ему помочь? Ты же видел, где он сидит. Мне кажется, вам надо чинить движки, парни. Вам надо чинить движки, потому что, ну, раз он фармит, значит фармит. Зачем делать? Либо у него какое-то задание, типа, преследуйте выжившего там. А, может быть. Молодчага. Это что за рескривок был? Ну, он, типа, тебя обманул. Типа, фиговый, понимаешь, спорчий. Он тебе порчу показывает, типа, чувак, ломай. Показал, да? Да, да, я Ярику показал.
Я на всякий случай еще один ломаю, может мы ее сломаем. Либо он... Воу, нифига он за этот... Я что-то не увидел капкан. Сам свой капкан? Не, это Ярик. Должен попасться. Ну, у тебя как бы нет варианта. Опять глюк. Освобождайся. Ну все, он забагованный просто персонаж какой-то, у него постоянно баги с капканами. Я не могу даже выбраться. Время засекает, проверяет, знаешь, ставит опыт. У меня забаговался, походу, капкан. Нет, нет, нет. У него просто аддонов на капканы дофига и больше. Там два аддона на увеличение времени. Я играл вчера в трапере, короче, слышишь? Чувак попал в этот, перед окном я поставил, попал в этот. Я подхожу, я промахиваюсь нажать его, вытащить капкан, и прохожу мимо окна. Я несколько раз так, он так и не выбрался. Но это другой баг, Денис, а он тут просто, у него постоянно идет, типа, чинилка идет, 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 идет. И там тоже какой-то, видимо, баг был, он не мог выбраться, как бы. То, нет, то, что я промахивался, это да, я флайн, то, что чувак за это время, короче, не... Он не может понять, что ты хочешь от него. Хочу его палеткой навернуть. А что я еще могу сказать? Мы развлекаемся. Ты да я, да, мы с тобой. Походу поразвлекались. Прыгай за него. Блин, вот это у тебя волосы типают. Меня? Да. Ну, персонажа. Он успеет открыться? Конечно. Ладно, не будем время. Кота за яйца. А ты смог там? Нашел? А он прям возле люка сидел. Я нашел люк, говорю, о, нашел люк. И тут, смотри, он тебя как раз ловит и вешает. Я такой, о, нормально. Ну, он, видимо, нафармил и нормально. Да, скорее всего. Бомбат. Вот что мне... Вам тоже показывает, что у меня 16-й? Не знаю пока. Что у меня 17-й. Приглаз раскидал. Не, вот в конце катки имеете в виду. Позже, 174 секунды из 180. Ну, блин, ну вы чё, гоните? Вес, наверное. Ежи и Петручи. Нах... Нах? Что такое нах? Нах, все. Типа я играю в эту игру по фану, типа. Да, но... I got tired. Короче, квест. Tired, как переводится, Ром? Устал. А? Устал. I got, что я сильно устал? Ну, типа, утомился, я не знаю. В контексте переводить. Как переводится нах? Нах, все. Нах, нет, типа не. Ну это сленговое, так не. Знаешь, что-то такое. Не первый, короче, ладно. Подростковое, я думаю, ему лет 16-15, может. Обычно взрослые. Взрослые такую хуйню не используют. Говорят, нет, это немножко другое. Ну, это блин. Шутка, это сарказм. Ё-моё, опять снова. А твой сарказм не очевиден. Почему вообще шутить? Или слишком прямолинеен. Либо я для сарказма. Я настолько тупой, понимаешь? Нет, ты просто старый. Я вам кинул приглас, а вы еще до сих пор не пришли. Я? А, точно, я же наблюдал. Наблюдал. Блин. Ходил там и наблюдал. Раз наблюдал, два наблюдал. Ох, наблюдал. Лучше бы ты в Москве наблюдал, там хоть веселее, наверное. Наверное, вот именно. Ну, блин, Москва все-таки город большой, можно наблядить там побольше, чем здесь. Там приезжих такие же, как и ты. Какая разница? Приезжие, уезжие. Пустовки были бы твои. О, прикинь, я же могу
А если играть с этого, из геймпада в ДБД, интересно, да? Сомневаюсь, да? Я думаю, мансовать удобнее на самом деле. Ну, с сиськами вот этими крутить. Сосками. Посмотри, где готов, мне показал Игорь, я понял, что... Слушай, я понял, что, короче, можно, поэтому... Ну, можно. Может, мы не будем с таким играть? Да, ну. А. Ну, посмотрите, как у него... Да какая разница? Ну, 200 пинг, ну, хрен на него. О, чувак ушел, я тоже не хочу. Ну, ливаем. Да блин, да вы думаете, что мы кого-то лучше найдем, но... Сейчас опять собираться, опять пока вы придете, опять пока вас ждать, что вы там что-то выставите. Мы не верим в пинг с первого взгляда. Ладно. Не для него наша роза цвела. Ну вот, где вы? Вот я уже кинул вам приглас. Да, уже давно приняли. Денис пришел. Ярик пришел. Готов. Да, не ну. Что ты жрешь? Да он вечно жрет. Я уже привык. Секретная информация. Ну, он жрет каждый вечер, причем в большом количестве. Прям в грома. Смотря как вы. Большом, смотря как вы играете в радужку там. Он как он сказал, он заедает горе. Да. Какое горе? Физическая травма. Что тебя повесил маньячина? Кстати, пинг немножко меньше, 150. 120 у меня. У меня 116, типа я не тащу. Ну ладно, у меня 130. Если с нами еще и лузер играет. Лузер, вон у него ник лузер. Все так печально. Наверное. Считается лузер. Лузер и бузимен. Это кто такой? Это наш лосер там? Отношение такое ляпнул. На 100% что-то там. Как корова. Нет, это я кинул. Храбрость. Только я никогда не понимал, что такое храбрость, что такое цели, что такое... Альтруизм, там не написано. Альтруизм это, по-моему, когда ты там... Ну, альтруизм понятно, когда спасаешь. Ты снимаешь. Что такое храбрость? Что такое цели? Цели это типа починенные движки? А, типа когда тебе проходит. Пишут смелый? Вот это вот? Да. Мне нравится, что они дают типа там 100%, но нихера не понятно, как в принципе этот опыт начисляется. Ну, это уже более сложная математика. Просто от балды, мне кажется. Ах, как там, ах, гравитация. Бессердечная ты, сука, да? Угу. Ой, слушай, у меня тут такой прикольный фонарик. В этом поместье Ямаоки. Ямаоки. А я тут один или два раза всего играл. Тут охуенно можно в бамбуке спрятаться. Так, ну вроде нет никаких порч. Анна. Нет? Оказалось? Есть, что нет? Да, Анна, Анна. Мне показалось, что кто-то поет, но потом... Анна. Я ушел. Бою, боюшки, бою. Так. А ключ что проверок не видел. Да как ты меня слишком нашел? А, у меня нет сострадания. Я думаю, чё я не вижу? Мне тебе так неудобно, слышишь? Фраг, блин. Раньше только ранили, я уже палил, где ранили. А сейчас только вижу ранили, а где, кто, куда. Непонятно. Пошли. Денис что-то починил? Да. Что? Генератор я открою.
мы с лузером тут тоже сейчас зачиним. Ой, а я один. Ой. Она обиделась, ушла. Тихо. Она ушла, конечно, мы починили ген. Как она меня... Вот ты зрячая корова. Ну не корова, она зайка. Зайка, блин, такие зайки. Она обиделась на меня, ушла. Сильно хорошо бегаешь. Да. Я с гостями пар. Блять. Зайка! Пришло, блять! Хуйня ебаная! Уползай пока, придурок, пока я его бежал. Она вернулась, так что все. А боится меня присеять, так что такая. Пришло оно. Привело, блин. Бабу свою. Показывать нет. Я с подружкой пришел. О, у него, кажется, на ноге татуха лилии, прикинь. Здоровая такая. Я рассмотрел, пока вишу. Я этого не видел. Как она в лесу сделала татуировку, интересно. Почему в лесу так она была? Она вроде как родилась там в лесу, вот в этом, и никуда не выходила из него. Вся рука с этими татуажами и прочей шляпой. Сама себе нахуячила, что ли? Она возле тебя стоит или где? Нет. Позади шляет. У меня кто-то бежит. Я. Нет. А кто, блин? Дедок. Какой дедок, алё? Я нигер. Ну, нигер дедок, вы не молод уже давно. В смысле, блядь? Нет, я не про персонаж, да? Сука, старый пидор, блядь. Тормози, кто так у меня бежит? Это я с Денисом. Блядь, полечи меня, полечите меня. Да хули вы стали здесь? Дайте войти, полечите, блядь. Полечите меня. Не чини, полечите меня. Да лети, блядь. А хуй ты мне это сказал, дурак. Боже. Да я бы уже давно починил бы его. Так я и не хотел, чтобы ты починил, чтобы она не спалила, не бежала сюда. Хотел, чтобы меня полечили до этого. Чинитесь уже. Чинитесь. Ну, конечно, спалил, он сюда идет. Чинитесь. Я дочиниваю движок. Блять, не дочинил. Сука. Вот поэтому я не хотел этого, понимаешь, да? Да потому что ты меня отвлек, блин, не ори. Заебал. Как отвлек? Я говорю, не чини. Ты сказал, не чини, я отпустил, он взорвался от этого. Блять, а нахер ты начинал чинить? Да потому что я уже начал, понимаешь? Ты уже после этого сказал, я... Я до этого говорю, полечите. Ладно, полечите. Идите спасайте чувака того, который висит. Спасите чувака, который висит. До него дойти надо. 10 километров. А вон, дошел уже кто-то, ну. Я не дошел. Она где-то сверху меня стоит. В первую очередь, почини двиг. Ушла. Ушла туда, где сняли, наверное. Ну, двиг тут наверху стоит, он почти фуловый, она его просто сломала. Да эти уже хер с ними, понимаешь? Бля, вот это зря. Ну, ладно, снимай. Давай! Сейчас все будет, размансуем. Я отвлекаю. Я на к вам зашел. Блять, где нахуй, сука? Надо было сначала снимать, а потом чинить. Забей. Она пошла за тобой, нет? Да. Блять, зачем ты? А что я тебе мог поделать? Прям на меня побежал, блять, зачем? Она за мной бежит. Нет, она меня несет обратно на крюк, потому что кто-то... плаще побежал прям по мне, и она меня второй раз спалила. Забей, чините еще один движок где-нибудь там. Я почти сдох. На самом деле, Денис, мы бы успели и тебя полечить, и движок починить, и она бы не успела прийти. Там где-то было дешево снимать, а потом починить движок. Она... Один снимает, а второй чинит. Ну и как бы вот это да, вот этот вариант нормальный был. Она у меня. Ушла. Блядство, нет. Денис. Я отвлек.
отвлек? Нет, она спокойная. Нихуя ты ее не отвлек, она, блядь, хочет моей крови, походу. Понравился, любит она. Чёрный. Да я и говорю, что она хочет моей именно крови, блядь, а не твоей. Вы чините движки? Да, ты прям с ней к нам. А, ну, блядь, сори, я просто бегу, петляю, как могу, я не знаю, вообще тут нихуя не видно нигде. Ой, я уже чиню. Да я спрятался. Я уже хер знает куда ушел, если честно. А вон давай. Все, я ее отвлек. Только я повисну, походу. Где? Рядом с нами. Куда привел? А я к вам? Привет. Да, почти. Ну ты там бегаешь где-то рядышком. Она движок пошла ломать, Денис. Можешь не париться, уходи. А, нет, другого нашла. Лузера. Там другой есть движок еще, почти фуловый. А я ж следы как раз перестали работать, так что нормально. Видишь, да, я вижу. Не, не вижу. Вон красная кофта и там рядом с ним. А, вон она бегает, что-то там делает. А там слева нет движков больше близких? Нет. Да, почти не очень. Блять, сюда идет. Ушла вроде. Кто ее, а вон она крутится, крутится, крутится здесь. А чё её байтить, блин? Она около одного из движков почти фуловых лазит и лазит, и вот как её забайтишь, блядь? Ну, за кем побежит, остальные починят. Либо другую уже починить. Хуй его знает, на самом деле. Надо идти искать другой какой-то движок. Вот, я нашёл движок. М? Я нашёл движок. Не-не, Ярик чё сказал? Ничего не говорю, я пока не буду смотреть, она тут лазит. Это понятно, что она тут лазит. Второй, скажите, блин, движок. Слышите? Да, да. Походу движков-то у нее не так много осталось, потому что... Три, наверное. Я вижу как минимум два на одной линии. Лузера пиздит. Попробуйте дочинить, может, оттуда. О. А лузер сюда привез? Блять, а ко мне привезли, сука тупая! Хуета! Сука, как я люблю вот этих... Она бросила лузера, она бросила. Да она за мной бежит, я же сказал только что, ну чем ты слушаешь, ну... Нет, я понял, так она бросила до этого. Она не... Он ее привел, она бросила. О, Денис, привет. Блять. Еще один. Да сори, я просто... Ой, это в меня, это в меня! Я просто тупенький, я бегу по прямой. Она ломает. С тобой сейчас, стой, Ран. Стой, не полепи. Не-не-не-не-не. Не лезь, не лезь, не лезь. Не лезь, не лезь, не лезь, она тупая, она меня не увидит здесь. Куда ты ушел? ХЗ. Я тебя вижу, Рома, не переживай. Да ты там меня видишь, главное, чтобы она меня не видела. Она ломает движки, боится, что не печи. Они я на ушел. Одной прямой линии, ты понимаешь? Вот в чем проблема. Лузер опять отхватил пизды. Ром, стой. Да я бегу к тебе, где ты там? На одной, не на одной, но их три. Ой. Сука, вот тут прям какой-то хороший движок. Я прям слышу по звуку, что он уже почти заведенный. Да, мы его почти завели. Так, Ярик, давай план капкан. Я завожу движок. План капкан, она сейчас мне погорбу даст. Да хуй на тебя уже, ты прошлый век. Привет. Блять, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Да иди ты нахуй, боже. Беги, Денис, спасайся, я умираю, блядь, походу. Мы долго будем хуйней вот этой заниматься? Беготней, блядь, тупой. А, блядь, я застрял, тут нет прохода, оказывается, ебаные камыши. Блядь, привет, дура. Я тебе беду. Боже, какая она конченая. Она просто боится, что типа мы им байтим на самом деле, поэтому она не хочет сильно бежать за нами. Так я прям у нее под носом пробежал, скрылся в ближайшие камыши, и все, и она меня потеряла. Я сижу в таком месте, у меня вокруг три движка, и все они заведены на немножко. Вот она их и контролирует, пытается. Опять сломала.
Я немножко устал. Вайнин мой. Я чиню один движок. Она возле ворот ходит. Она бежит ко мне. И движок возле ворот, который походу тоже опять поломала, да? Только раз, два движка я вижу. Мы их по чуть подчиним в итоге. Боже, это так сложно. Да ничего сложно, каждый возле движка сидит. Да понятно, я понимаю. Учиним этот. Вот ты ее вообще сейчас не вовремя привел. Никто ее никуда не приводил, она сама бегает между движками. Куда она делась? Пошла на меня. Блять, положила Ярика. Денис, сделайте что-то с Яриком. Я дочиниваю движок. Я рядом с Яриком. У нее что, барбекю? Не может быть. Фак. Она прям знала. О, я вижу горящий этот возле Ярика. Во-первых, ты... Все, снимайте Ярика, я рядом. Блять. Они далеко. А у нее что, наед? Да. Да. У нее порча какая-то охотница или еще какая-то. Я капкан нашел это, короче. Хуйня. Вот, вот прям возле Ярика висит. Что, капкан висит? Ой, этот порч. Ну, это... Ярик, беги к воротам, пожалуйста. Я убежал. Денис, я попытаюсь тебя снять, но я не знаю, что получится из этого. Да. Она ушла? Пришла, бежит к кому-то, к тебе. К тебе прям бежит, или ты сидишь? Ну, я надеюсь, она меня не видит. Она проверила свой тотем. Денис, я бегу к тебе, я не знаю, что мы сейчас будем делать, но мы сейчас что-то будем делать. Давай, а куда, где Ярик? Там справа, справа, едет. Справа от тебя. Блять, лузер, пидорас. Смотри, я бегу, сейчас видно должно быть тебе ворота, ворота должно быть видно, Ярик. Кто полеканный, ты прям бежишь на нее. Не беги прямо, она прям там. Не беги. Тихо. А как она что знала, что я здесь? Только дурачок, блин. Так я не, она вывернула, я в куст съел, она вывернула и ровно в эту сторону. Я тебя предупреждал. Так я понял, я сел в куст. У вас что, ворота еще не открыты здесь, что ли? Открыты. Бля, Денис, сори, но ты сдох. Угу. Так я не знаю, как она меня нашла. Ладно, пошли, короче, не будем дрочить судьбу. Ну почти. О, я какой-то получил достижение. Ритуал предков называется. А лузер, смотри, решил пофармить. А он что, он походу только кладету качает, что ли? Кто? Лузер. Почему? А у него кладеты один перк, второй перк кладеты. Может, только начал. А как она тебя нашла, блин? Что это за жесть такая? Я вот и не знаю, она меня два раза так нашла, на самом он деле. Он бежал, она, я видел ее четко, и она, и он бежал по его траектории. Я же не сказал, мне беги. Ну, я перестал он бежать. Он сел в кусты. Может, чисто случайно она по этой траектории и решила направо свернуть, и, короче, ну, хз. Потому что она, на самом деле, еще до этого меня, короче, нашла один раз. Я почти... Просто два раза, я же когда подумал, что может у нее порту этот как бы чили, потому что когда она повесила Ярика, а я рядом за камнем, ну, за камнем уже сидел, она пошла. Не шепот. А-а-а, ну хотя первый уровень, ну блин, умеет шарить же. А она все равно на первой тоже уже. А, у нее еще территориальный императив, блин, а мы в подвале там шастали, как дураки. Кстати, я тоже. Я думал, как она меня увидела. И в подвал прибегалась. А, ну более чем 32 метра. Ну она почти не отходила от подвала, поэтому она в подвал и старалась повесить. Ты не видел, как у нее сгорело, когда она не смогла меня это, положить? Она просто развернулась и укрепала в другую сторону. В самом деле, правильно, тактика, если долго поймать одного не можешь. Ну да, нет смысла тратить время, блин. Да, типа не целесообразно. Ты сколько, кстати, получил капелек, Денис? Один? Один. Как-то три.
Вот именно, что за вопрос, один. Ну, две мог получить. Мне до одной не хватило, по-моему, до двух капелек. Если тем более я единственный из вас, кто умер. То есть я не получил 5000 за выход. 5000 за выход не считается, в принципе. Они, это опыт, а не этот. Оно же там по-другому считается. Это просто опыт. Оно дается за что-то. Типа я же помер, короче, это. Задумка такая, что я не должен помирать. Бутылки падают. Понятно. Главное, не садись на них. Стриж, шутить у тебя получается немножко лучше, чем сарказмировать. Там тоже такие шутки, но они просто тонкие очень. Саркастировать. Слишком прямые они у тебя. В этом и есть как бы такая... Тонкость. Поэтому я тут уже прямо сказал. Я хотел сюда завуалировать, но думаю, нет. Короче, опять. Надо прям в лоб. Вот и Ярик не будет простым парнем по всей серии. Увидел бутылку и сел. Я парень простой, да. Меня не слышит. Кто обиделся. Или уже обиделся, поэтому молчи. Придумывает, что тебе ответить. Мы сейчас такой слился, потому что, знаешь, такой долго не можешь придумать. И, да? Ушел, да? Да. Затянулась пауза. Может, качнуть, не качнуть этого книгу, как думаешь? Не знаю, мне нравится что у него... Лучше? А, у этого? Я хер его знает, я не помню, что у него там за перки. Меня интересует больше первый. О, у него есть... О, смотри, у него есть второй костюм. Вау, ты видел? Ты видел? Он поменялся? А, типа жилетка другая. Вот ты прям... Лучший просто. У него есть нормальный задонат. Плащ черный. Адам ностальгирует по 80-м с помощью своей неординарной прически. Просто пиздец. Тут даже уже название написали. Это название прически? Да, Адам ностальгирует по 80-м с помощью своей. Ностальгирует, блин. Не, просто меня интересует у него, блядь, какие у него три перка, какие у него еще два перка. Ну, один, когда ты чинишь всех лучше. Один вот этот со сниманием с крюка самого себя. А еще один, когда ты кидаешь камушек куда-то там и отвлекаешь типа маньяка. Ну, камушек, насколько я понимаю, типа как будто там кто-то, ну, типа она, как вспышка, как будто кто-то может сказать. Ну да, взрыв. Типа кто-то перепрыгнул через препятствие. Меня интересует только этот. Самоснятие, так сказать. Самоотсос. Ну, не знаю, где. Тут уже каждый сам за себя. Вот именно. Ты сейчас подтвердил только. Сам у себя, я бы сказал. Это что за пин такой? Ну, такой с одинями, да? 170. 400. Что-то все дергают отсюда. Ну, ей не понравились ники какие-нибудь или еще что-то. Бля, я с ними играл, да? Наверное. Что у меня 22 уровень, я думаю, стоит его догнать, да? Да выкачи нужный. До 40-то. Бля, ну знаешь, до 40-то мог все просрать и в итоге сказать, бля. Не, что-то вот расстроился, у меня была этот... Мэг Томас любимый, у него столько перков классных было, я его бросил до престижа. Да, у меня тоже говно, да? Ну-ка, не говно, но такое себе. Такое дерьмо такое, вообще не очень перк. Да, такая же фигня, я начал уже других качать. Мне она никогда не нравилась. Либо, либо надо ее еще раз бросить. Страшная какая-то, как смерть, блин. А это болезнь? Это? Нормально. Не, ну по факту они все стрёмно нарисованы, но она прям вообще... Мэг Томас и вот эта Нея Карсон, это, блядь, шедевры, да, просто Нея абстракционизма. Мэг более-менее еще, ну лицо такое себе. Нея Карсон вообще укуренная какая-то баба. Да, ну там штаны как будто обосралась.
Думаю, там не штаны не самое главное, там у него с лицом проблемы какие-то совсем сильные. Да, с лицом много проблем. О, вот это парень пришел. А, вот эта книжка, да, еще его или нет? Не будет, походу. Штраф к прогрессу проверок. Он ушел. Ушел. Да ну, хрен с ним, подождем. Что ты там говоришь, Денис, про проверки? Да, о, опять это да, пришел чувак с китайским ником каким-то. Просто говорю, у меня 22 уровень, но при этом слышу все родные перки первого уровня, они только не падают. Есть крепкий решек третьего. Я же говорю, когда, блин, до хера персов выкачано нормально, уже херово играть. Потому что попадается всякое говно, которое уже есть, в принципе. Так я же не всем выкачивал, чтобы всем падал. Или жми готов, пока она не передумала. Так, где, менять, менять. Ха-ха. Успел, блядь, тайминг. Тайминги, да? Угу. Смотрел. Во что? ДБД. ДБД, Дезертот? Да, он играл, он же давно играл, и сейчас вот они недавно играли, только он понабирал типа Sony, вот этого Aldi там и все остальное, и сам уже нихера не помнит, он играл, наверное, год или полтора назад последний раз. И они, короче, так тупо играли, если честно. Ну, смешно было, они тупо. Ну никто, во-первых, он взял вот эту Соню, которая из Блица, Алдиара, который из Rainbow Six, которые, в принципе, в ДБД первый раз зашли Блиц, вообще. А Кактус тоже не вышел. World of Tanks Blitz, нет, Кактус как раз-таки задротит в ДБД. Ну, не на стримах, ну, может, но задротит, потому что у него, во-первых, и все эти есть маньяки. Саня вообще первый слышал, кто такой Соня, Саня. Соня, она... Вот Блиц. Вот Блиц стримит. Или стримила, я уже не знаю как. Вот Блиц это на этих, на планшетах? Это на компью, на телефонах, планшетах, прочая херня, да. Вот это стримит? Да. Фу, блядь, фу. Да. О, слушай, а тут кто-то коробку положил под скамейкой, я бы ее забрал. Чем? Ну, типа коробка из-под инструмента, вот как у обычного. Беги! Куда бежать? Знаешь, что ли? Кто там на Эй, Карлсон, ты? Не знаю, нет, вот этот наш чувак. Чувак, который с нами попался. Тот что-то тупой какой-то. Этот вопрос, что за маньяк? Анетка. А, опять? Блять, уже лежит где-то. Короче, мы друг другу помешали, и он считает, что я олень, наверное, я считаю, что он олень. Авесом. У него ник Авесом великолепный. Блять, проклятие охотницы. Это опять та же баба? Нет, это другая баба с другим перком, но... Проклятие охотницы, блять. Ты еще тут взорвал. Его? Да нихуя мы не спасаем, подожди. Знаете, потому что меня сейчас будут убивать. Да это хорошо. А чё я бегу спасать эту хуйню, а у меня сердце сильнее и сильнее стучит? Потому что рядом здесь топоры летают по мне. А нахуй я тогда буду спасать, если сразу же поубивают всех? Потому что он меня за мной гоняется, просто я недалеко от дома, так сказать. Проклятие охотницы. Топоров уже меня промазало. Это что такое? У него 10 топоров может быть, если что. Да, да иди ты сюда, штук сука, уже заколебало. О, кто это? Ярик, ты? Да, спасибо. Иди отсюда нахуй. Мне нравится, когда я подфармил нормально две плюшки, чтоб с 50, ну, с хорошей реакцией на отличную само перекидывал, и потратил их, блядь, на лечение этой дуры, блин. Уходи, 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 уходи. И уходи. Уходи, уходи. Ушла, всё, подожди, я тебя полекаю. А вы с кем вообще там, с маньяком, что ли, базарить? Да, да. Уходи, уходи. Она возвращается? Она ушла. Нет, она ушла. А, значит, он рядом пришла. Чё ты за... Отойди ты ж, блядь! Хуйня. Она, кстати, Денис, я согласен с тобой, она ебанутая какая-то.
Потому что она мне мешает. Да. Да, она как-то... А может она специально? Она как-то спрыгнула, такая хоп, передо мной села, и я бегу, в нее уперся. Я думаю, твою налево бежал. Она как передо мной все время прятала. Я думаю, ты что, тупая, короче. Надо убегать, понимаешь, она спрыгнула и сидит. Думаю, ты что, дура, она ж, ну, может рядом найти. Она сейчас будет убивать эту бабу. Прям, в смысле. Знаешь, в чем шутка? Джамп-шутка. Она специально мне пыталась подставить, подбежала к моему... Ну, я в шкафчику сейчас, в шкафчике сейчас сижу. Ага. И она прям к моему шкафчику пришла и такая тыкается в него. Я так понимаю, она не может открыть, пока я в нем сижу, да? Да. Тупая или специально подставила? Специально делает, мне кажется. Ну, можно ее не спасать. Она сдохнет сейчас. Кто-то рядом чинит, нет? Ну, если кто-то просто хочет косарик получить. А, снять и этот? Ну да, там или сколько там. Ну, ладно, я рядом сейчас ее сниму. Будет смешно. Блять. Да пиздец. Будет смешно, если ты ее снимешь, и она тебя подставит еще. Тварь! О, туда, нахер сделал. Уже это начинает. Она пришла ко мне. Блять. Ебанутая это она, блять, мимо меня прошла просто и все. Тупая хуйня. Поломала движок мой. Ты просто слышишь, спас? Начинаю. Да, чувствую, что там Анна с той стороны, начинай обратно, а это в проходе и сидит, и я не могу обойти. Да. Я же либо тупая, либо реально порит. Мне кажется, она специально это делает. Да, тоже же подозрение. И она сейчас еще на лекарное бегает. Ну, я ее лечить не хочу. Типа, короче, главное, видишь ее, лучше убирай. Скорее будешь. Он гоняется за Яриком? Угу. Так спокойно. Ты будто там с ней кофе пьет. Чини движок, сука тупая. Я не тебе, Денис. Я этой бабе. О, мне написали какое-то проклятие. Проклятие колыбельной охотницы, я же уже говорил, алло. Не, оно мне так сейчас появилось, не слышал, что... Ну, я говорил, что оно есть, я не говорил, это что оно... Значит? А я не помню. Не, порча какая-то у меня появилась. Ну, это то же самое, алло. Блин, я взорвал. Она пошла к движку, где я взорвал. А где ты взорвал? Как тебе объяснить? Ну объясни. Там. А. Вот там? Меня. Вот это подчинило мой движок. Наверху на хат. Я в другую сторону сейчас сюда пойдет. Ты где сидишь? На хат у меня входит. Ой-ой, она притыклась. Иди сюда, главное. Она пошла к этому подчиненному. Она ту дуру опять зацепила, или дурака кто там, блин. А, так это дура возле меня. Сука, блять, что ж так хуёво видно-то? Кто это рядом еще прошел? Ярик, явно. Потому что я сижу, чиню движок. Он сейчас за мной шляется, походу. Походу меня можешь потерять. А. Красава. С кем она, кто она ранила на тебя? Ярика только что ранила. Это что, за мной бежит или не понять? Или Ярик за мной бежит? Ах ты, жёбаный крот.
Ой, топор пролетит. Так, успей, успей. Блин, сейчас починится движок. Ты не беги в сторону движка, пожалуйста. Без понятия, деп. Вот тут. Прыгай! Прыгай, как никогда не прыгала. Я, кстати, там тоже размансовал. Там где-то сейчас. Подвалили? Mm-hmm. Да, я понял, без палетки лежат. А я не раз... Ну, я, да, я тут раз этот... Нет, кстати, этот билд еще более-менее. Мне он, в принципе, нравится. Еще что один делал? Буду докачать первый. Ну, вот этот, когда перепрыгиваешь... Стой, дура, блядь. Через... Когда на ходу перепрыгиваешь, у тебя след теряется. Mm-hmm. Когда на ходу перепрыгиваешь, ты тихо это делаешь. Ну, плюс самолечение, и ты не кричишь, когда раненый. То есть ты такой резко хоп-хоп вправо-влево, если он не заметил, куда там потерялся. Он такой, типа, где? Ты сидишь, молча. Она гоняется раненый, за этой бабищей. Опять? Да. Худбай, чем сказать. Она же третий раз уже, да, наколдует? Я ее почти починил, правда. Но тут прибежала эта дура и... Ой, я ее видел. Я ее видел. Она за ней? Да, она за ней бегает. У меня вопрос, где еще кто видел? Ну, значит, она уже спряталась. А, все, за ней в ее сторону пошло. Как с опозданием. У меня вопрос. Где еще движки на улице? Один был на улице. Прям. Нет, блядь. Где? Ну, на дороге я видел. А, не а вот один не починенный? За громах уже полностью поломанный, да. Вот один в этом огороде, сзади, в углу. Ярик что-то отхватил. Мы с ней были вроде бы вместе, мы любили друг друга. О, она тут орыгануло. И тут она пиздит меня топором. Ага, я думал, она за цветами, да, за топором. Я думал, у нее за спиной, там, я не знаю, новый компьютер. Или там еще что-нибудь. Что может быть? Я половину починил. Я бегу к тебе. А ты знаешь, где? Я по звуку слышу. Нет, я не к тебе пришел, к сожалению. Ну тоже движок какой-то починил. Мне вредит. На половинку починенный движок нашел. Это мой. А вот. Возможно. Ну, почти. Все, пизда, чуваку. Беги к воротам, Денис, к любым. Где ты их знаешь? Я знаю, где не ворота. Ну просто ты должен знать сейчас, где ворота, и бежать к ним. А это кто пробежал? Лифты? Я не знаю, я чиню движок. Тут за деревом лечится. Ярик. Так, смотри и пали, где ворота. Блин, я, кажется, мимо них прошел. Ну так. А он где? Пробуем открыть. Нет, она сюда бежит, все. Надо теряться в толпе, теряться в толпе. Потеряться в толпе. Перед этим прыжок сделать, прыжок веры. Она ушла от ворот? Она за мной от бежит, моих, да. Куда? От твоих не знаю. Ой, я в подвал спрыгнул, все, потерял след, по идее, все, он же. Я не знаю, где это. Пробуй. Простите, ребятки, я ухожу. Ворота так и ты открыл? Я да. Вторые открываю. А какие вторые, какие первые? Оба ворота открыты, короче, мои забей. Мои открыл, первые, Ярик. Где я с тобой? Не знаю, да, где мы с тобой? Я вторые открыл, короче, беги в какие-нибудь. Блядь. Я бегу куда-нибудь. У тебя, по идее, должны сейчас ворота светиться, когда ты к ним близко подбежишь, потому что у меня перк такой. Она возле меня. Там, где Ярик был, видимо,
А ее нет. О, выходи, выходи. Я вышел. Я возле верхнего шел. Я не знаю, где ворота, странно, я уже потерял, но люк. Как мы такие мастерски, а? Люки, ворота во все просто, во все щели. Опять одной капельки не хватило до этого. Прям проскил. Для двух? Да. О, одного отделения. До двух, да? Да, да. До двух ночи. Я тоже шоп-то в нем и полюс. Он безжалостный. Ух, кстати, он довольно да, часто. А кстати, на кидание действует или нет? Нет. А? Пойди почему? А, время атака. Перезарядки после атаки мимо цели снижается да, на 30%. Кидаю. Ну вот. Ну естественно. То есть кидаешь тоже, ну. Да. Топоры там летали, ну, видимо, у него перки надо прыгать. Колыбельные охотницы. Выжившие страдают от штрафа 6% прогресса текущего действия, если проваливают любую проверку реакции. Между проверками реакции предупреждающими звуком сокращается 5 жетонов звукового предупреждения перед проверкой реакции отсутствует. Ну хуйня, короче. Шепоты, опять же. И наблюдение. Способность чтения ауры. Последние 1 сломанных генераторов подсвечиваются вам в течение 16 секунд. Неплохой перк, кстати. Ну, типа, последний, кто сломанный генератор, только не написанное выжившими или маньяком, или тот и тот, сломанный. Подсвечивается в течение 40 секунд, ой, 16 секунд. Наверное, нет, наверное, просто генератор, вот, допустим, один остался, когда... То есть два было, один чинит, и на время, если где-то еще чинит, то он не подсвечивается в это время, грубо говоря. А, и когда, допустим, уровень третий, значит, там три генератора подсвечивается. То есть когда три осталось, что-нибудь типа того. Мы что, играем? Короче. Не, я не, я уже буду с падки. Ну, в смысле. Типа, на хорошей ноте. Ну, типа такого, да. Ага, очень нотки. Ладно. Спасибо. Ладно.